Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я вам покажу, как на устройстве Vernier M5 перейти в режим Boot Mode. Для этого в первую очередь выключаем наше устройство. И затем, после его полного отключения, что нам нужно сделать, это зажать комбинацию клавиш кнопка включения и кнопка громкости вверх одновременно на несколько секунд. И после этого мы попадем в режим Boot Mode. Примерно таким образом мы оказываемся в режиме Boot Mode. В данном режиме используем кнопку громкости вверх, чтобы перемещаться, и кнопку громкости вниз, чтобы сделать выбор. Здесь у нас имеются такие опции, как Recovery Mode, Fast Boot Mode и Normal Boot. Если же мы хотим выйти из данного режима, просто выбираем последнюю опцию Normal Boot, и после этого наше устройство будет перезагружено, как обычно. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока!